have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, мы с вами сегодня начинаем новый проект. Это Бастион, пойдем сразу в историю, там по пути уже разберемся. Вроде в настройках я немножко полазил, поехали. Обычный, начать с неограниченными возможностями встать при поражении. Для меня опыт... Не-не-не, в обычный. Я не знаю, что это за игра, но пойдем мы в обычный. В правильной истории всегда есть начало. Но в нашей не все так просто. Вот малец, вокруг которого все встало с ног на голову, застрял на каменюке в небе. Мне играть? Он встает, да. И отправляется в бастион. Именно туда стоит идти, если что-то случится. Так я же спал, у меня ничего не случилось. Земля формируется под его ногами, словно указывая путь. Он не перестает удивляться, почему. Находит закадычного друга прямо на дороге. Какое трогательное воссоединение. А, я могу все ломать? Он видит то, что осталось от волнистых стен. Годы работы на смарку. Из-за катастрофы. Я перекатом тоже что-то ломаю, да? Это выживший. Вот тяна. Это газовчанин, выбравшийся из-под земли. Выживший из ума? Нет, знатно ему врезал. Газовчанин таки умудрился его задеть. А, это было без вариантов? Малец дал волю своей ярости. Старый клыкомет свалился с неба. Не божий дар, но на что-то сгодится. Угу. Перезарядка. Малец подустал, так что этот фонтан выглядел весьма приветливо. А как у него... Я понимаю, что... Стайка брызг выросла вокруг него. Должно быть, бежали сюда из США. Я, может, как-то... F? А, из фонтана можно брать. Иногда тебе просто надо выпить. Удивительно, что старый трактир уцелел. Раньше отсюда был красивый вид. F — это исцеление? Я понял. Мне надо было сразу вылечиться. Он входит в одно из самых знаменитых забегаловок Цейлондии. Внутри старый трактирщик Ронди. Катастрофа прикончила его быстрее выпивки. То есть он серый и поэтому мертвый. Затем малец находит верный щит. Shift. Стража принимает его за мелкого воришку. Особая доставка. Газовчанин. Пузыри явились после третьего звонка. Один раз копнули. Все больше брызг появляется из ниоткуда. Бомба есть? Огромный газовчанин появляется перед мальцом. Ого, ого, ого! А,
Они как пиявки окружают. Надо больше за ворота. Окном малец видит путь к бастиону. Придется прыгнуть вниз. Поехали. На пути вниз его взору открылся прекрасный вид. Яблоки. Он шлепнулся на лук сплетника, но тот не сломался. Он ищет, на чем бы потренироваться в стрельбе. Он знает, что тетиву стоит натягивать до упора. Ну, фонтан же. А, мне зарядили пойшину. Ай. Хорошая новость. Защитные башни еще работают. Плохая, они нацелены на мальца. Shift — это и защита, и лок на таргете. Блин, второй я не заметил. А тут что может быть вообще? Что-то может быть? Я выпью, раз мне предлагают бутылочку. Хватался советов из старого пыльного тома. Он очень быстро учится. Неплохо. Я не знаю, эти штуки стоит разбивать, не стоит. Видимо, из них что-то сыпется. Я не знаю, что это такое сверху. Посмотрим. Если я хочу этот костемет или как его. Он довольно быстро смог пустить стрелу сильно и метко. Он находит винокурню, а затем оружейную. Тяжелый район города. Оружейной можно выбрать подходящие орудия труда. Ага. Легкие клыка. А, вот, я понял. То есть, по сути, я тут могу менять оборудование. Ну, как раз вихрь. Лук сплетника, навык. Секретная техника. Та-та-та-та-та. Так, ну хорошо, я пока останусь при том, что у меня есть, меня вообще-то устраивает. Глоток одной из настоек винокурни, и малец будет как огурчик. Страхором, притягучка. Только при полном здоровье. Шанс критического удара к максимальному здоровью. Минуточку, я все пытаюсь понять, это рогалик или не рогалик. Вроде как это история, насколько я знаю. И вообще вот эти вот и бастион, и транзистор, они как-то прошли мимо меня в свое время. Сейчас я хочу это наверстать. Я очень хочу, чтобы это была именно история. Давайте я вот это возьму. А, пассивные бонусы, мне нужны уровни, я понял. Подтвердить. Так, больше здоровья я не против. Мое оружие меня сейчас, в общем-то, тоже устраивает. Обойдетесь.
Некоторые брызги рождаются внутри таких вот коробок. Понял. Коробок печи две. Разрушаемость полная, кстати, что интересно. А, это бонус? Понял. Я увернулся. Бонус, но меня тут заспавнили. Малец отправляется в путь на старом пароме. Нет, я там... Я хотел туда еще... Бастион уже очень близко. Я хотел еще туда пойти, я не думал, что это... Ого, тут прям... Неплохо меня встретили. Девочка. Малец подбирает кусок сплава. Запах ячменя и гнилой черники наполняет воздух. Молоток, особое весное сплава, на один городской знак. Супер брызга. Ладно. Мусороглоты. Возможно, мальцу не стоило этого делать. Ой! Надо вот эти повзрывать. А потом он разбился насмерть. Ладно, шучу. Валим. Ай-яй-яй, эта штука меня замедляет. Он лишает мусороглота последней трапезы. Чувак, сколько у тебя жизней? До свидания. Малец избавляет его от мучений. Фух, второй уровень. Падение опасно. Хорошо, учтем это. Ну, как бы, да, я понимаю, что это логично, но все же. Я это все пособираю? Я уверен, что это понадобится. Кажется, малец отыскал ядро пристани. Он украл сердце города. Почему бы и нет? Малец чувствует, что лучше бы поторопиться. Чувствую. Ну тут шифта нету, если чё. Я пошел по прямой. До свидания. Видимо, ядро, взятое мальцом, было единственной вещью, удерживающей эту скалу. Малец продолжает бежать. Да чё ж малец-то? Ха. А, они по своим тоже попадают? Красиво. Догонишь. Может, не стоит с ними как-то драться, просто... Наконец, аэротрасса на горизонте. Уносит его в нужном направлении. Я бы не против какого-то... Малец видит нечто еще более странное. Его разум помутнился. Есть ли еще выжившие? Разумеется, он нашел еще одного. Он нашел меня. Мы немного поболтали. А
обсудить городской знак, спросить символы города Цейлунди. Разве он не предназначался только, чтобы вывести для атака ядро? Ну, давайте по очереди городской в знак. В этот знак вложена часть силы бастиона, достаточная, чтобы указать путь к ядрам. Ядро. Я сказал ему поместить ядро на тот монумент, а потом смотреть. Так, голос... Ну, я же говорю, как бы в Стиме, или я этого не говорил, знаешь, говорю сейчас, в Стиме не было русской озвучки, русской локализации. Так бы я не против поиграть на оригинале, но вы знаете, что я стараюсь для канала искать русификаторы. Это то, что я нашел, немножко танцев с бубнами. Мне не очень нравится голос, он не подходит, но что есть. И вот так бастион оживает. Начинает расти, становиться сильнее. Малец должен пользоваться этой силой с умом. Да чё ж малец-то? Теперь бастион может отправить его еще дальше, в неизведанные дебри. Это знаете, как в Far Cry, салага. Так, фундамент. Малец обдумывает, что построить. Давай, наверное, оружие. Нет, давайте ее накурим. Время попробовать настройки из моих личных запасов. Получил второй уровень. 33% к скорости передвижения во время защиты. Это круто. Зверевиски действуют только когда меньше. Это мне не хочется. Крепкий пунш. При поражении окружающие недруги получают. Вот это звучит неплохо. Увеличивает радиус притяжения фрагментов. Хорошее, но я, наверное, возьму пока что вот это. На третьем уровне уберем что-нибудь еще. Ну тогда, я не знаю, просто... Пикантный крепкий пунш поможет пережить сложнейшие моменты жизни. Получается, сюда я пока больше построить ничего не могу. И оружие тоже построить не могу. Я, в принципе, мое оружие-то сейчас устраивает. Пока что. Да лучше промолчать. Ну, поехали. Не знает, что ждет его там. Аэротрасса. Теперь малец сможет летать на ветре в далекие земли. Бастион, база. А как мне... Ага, я понял. Это моя база. Вот это вот. Все, хорошо. Звезда. Уровень пройден. Уровень пройден. Рабочий квартал, обнаружено ядро. Казарма сплетников, испытания. Ну, пойдем на испытание. Глянем. Сплетники практиковались здесь в стрельбе. Когда-то играли в одну игру. Побеждает поразивший все цели за меньшее число выстрелов. Смешение за наименьшее число выстрелов. Он сосредоточен, он вооружен, и начали. Нужно было по-другому стать, да? Тут же не на время? Не на время. А, их нужно... Идеальный момент для выстрела подобен вспышке. Все, понял. Сюда можно приходить. Следующий приз 10 выстрелов или меньше. Что-то же... Чтобы получить сведения, что-то же жилистое. Для улучшения лука сплетника растянутые лосины потроха. Ого.
Я вас понял. Хорошо, значит, следующие 10 выстрелов или меньше. Понял. Он вернулся с нужными нам материалами. Иногда достаточно одного взгляда. С нужными материалами, но при этом... Да, сделать, если я ничего не могу. Итак. Получается, сюда обнаружено ядро. Пойдем. Теперь он приземлился на перекрестке плохого и неправильного. Не получается. Должно быть ядро внизу, на одной из извилистых улиц. Но на какой? Он идет к кварталу Брызг. В этот раз не для веселой прогулки. На севере раньше жил бригадир Газовчан со своими ребятами. Капюшон? Знаешь, почему все газовчане так одеты? И малец не знает. Почему газовчане? Вот и ядро. Но оно заперто в клетке из прочного сплава. Получается, задиристый бригадир придерживает своих газовчан. Он как будто рисуется перед толпой. Почему бы мне не пострелять? Я понял! И теперь в городе новый шериф. А, они все просто умерли, потому что я убил босса? Он слышит стон этого места, но развалиться оно не должно. Можно проверить и остальные улочки, прежде чем покидать эту дыру. Я так и подумал. Надо сюда заходить. Ого! Быстрый товарищ. Так, свалить это сюда, я так понимаю, да? Да, хорошо. Мы изначально вниз шли, пойдем вниз. Мусороглоту по силам переварить что угодно. Кроме этого. Средство быстрой нарезки. И его легко метать. А, я понял. Кстати, говорят, даже самых непослушных брызг можно приучить. А, серьезно? Приманка брызги? Это становится интересно. Против мелочи прям самое то. А, он его убил, неплохо. Реально, против мелочи самое то. Фармить на них не получится, они дают по одному хпшке, но, ну, по одной экспе. Эти брызги просто не знают, когда пора уйти. Пойдем
Пойдем сюда. Он пошел к аллее мусороглотов, крупнейшей помойке в городе. Некоторые мусороглоты все еще кушают городской мусор. Блин, она меня травит. Офигеть. Вот и он. Самый старый мусороглот из всех. Герш. Отстань от меня, мелочь. Катастрофа не сильно повлияла на жизнерадостного Гершеля. Ого. Да хорош! Отвали от меня. Палец порезал Гершеля, как винонос. Старик ничего не почувствовал. Я не знаю, нет, ну... Блин, повозка фигова. Вот эта штука, она вроде интересная, ну, нарезка, я имею в виду, но... Может, я хочу молоток обратно, еще не знаю. Посмотрим. Остаток пути обрушился, и городскому знаку его не восстановить. Повозка должно было что-то быть. Призыв этой фигни мне пока не очень нравится. Ну, хотя, может, как отвлекающий маневр. Что-то острое, что-то жилистое, что-то я получаю. Что-то мне дают, что-то... Он направляется на восток, где пузыри содержали местную кузню. Каким-то чудом кузня все еще стоит. Подрегулировать свое вооружение. Так, хорошо. Что-то тяжелое. Материал для улучшения молота, для улучшения лука, для улучшения мачете. То есть получается. Выберите улучшение. Шанс критического удара. Атака. Атаки калечат недругов. Раненые цели получают урон. И после попадания. Жуткое. О. Кстати, неплохо. Я бы вот это взял, например. Много масла Зулуда, и клинок сияет, как солнце. Необходимо заплатить материалы. Хорошо. Что мы можем сделать здесь? 50% к урону! А тут 10%... Нет, ну 50% к урону, вы чё? Закадычный друг мальца теперь в лучшей форме. 175 чуть-чуть совсем не хватает. Плюс две цели пробиваются одним выстрелом. 25 скорость натяжения. Вот это я бы хотел, наверное. Но мне не хватает... Малец готов идти. И его обратный билет там, откуда он начал. Эта широкая усмешка никогда ему не нравилась. Дружище! Дайте еще этих кристалликов, пожалуйста. Ну надо. Ну очень надо. Блин. Вы издеваетесь. Чуть-чуть не хватило для прокачки лука. Хотя, знаете, сколько мне за это дадут? 5. Нет, ну ладно, вот эта штука, она довольно полезная, согласен. Ты просто оставляешь там, где надо, и нормально. Ну, хорошо, пойдем.
Он вернулся. Я знал, что так будет. Ядро гудит в его ранце. Монумент притягивает его к себе. Малец снова справился. Я наконец-то пусть решит, что нам строить дальше. Чертежи здания, где... где собраны материалы, превращаются в улучшение. Надо только где-то построить. Оружейное, где хранятся оружие и формулы секретных навыков. Я кузню поставлю. В этом мире многое нужно исправить. Ничего и начать мы можем отсюда. Ну и там будет третье, то, что мне надо, соответственно. Капюшон. Раньше пузыри были славными, но затем катастрофа выбила почву у них из-под ног. Ясно. Хорошо. Мне пока очень нравится. Я понимаю, откуда этой игры столько хороших отзывов. Не знаю, напоминает мне несколько других игрушек, но все-таки очень самобытное, что-то в ней свое есть. Тогда давайте на этом серию заканчиваем. Увидимся в следующей серии. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра. Всем молодцы. И всем победа.